информационный центр Центральной избирательной комиссии Республики Южная Осетия. Выборы депутатов парламента Республики Южная Осетия 8-го созыва начал свою работу. Прошу всех занять свои места. Граждане, гости республики, представители средств массовой информации. Информационный центр Центральной избирательной комиссии Республики Южная Осетия ведет свою работу на площадке Комитета информации и печати. С 8 утра в республике и за ее пределами стартовало голосование по выборам депутатов парламента Республики Южная Осетия 8-го созыва. Открылись все избирательные участки, и первые избиратели уже успели проголосовать. Голосование будет проходить до 8 часов вечера по местному времени. За ходом голосования, осуществляя международные наблюдения, следят 34 наблюдателя из России, Турции, Белоруссии, Абхазии, Венгрии, а также наши коллеги из ЦИК России. По данным Комитета информации и печати, аккредитовано 64 представителя югоостинских и российских средств массовой информации. Повторюсь, голосование уже идет. Граждане республики выбирают 17 депутатов по одномандатным избирательным округам и 17 депутатов по единому республиканскому округу.